Добрый день! Сегодня у нас всем известный Mirror Blocks. Причем необычный Mirror, как компания Shengshou выпускала давным-давно, а Mirror S от компании Cubing Classroom или Mofana Jaoshi, но саббренд компании Moyo. В тот момент, когда они его выпустили, да, он отличается симметричностью элементов, они анонсировали, что из него можно сделать несколько других головоломок. То есть симметричность его элементов позволяет выполнить некоторые модификации. Сегодня мы попробуем это воплотить в жизнь. Для этого потребуется 8 кубиков Mirror S. Да, вот они. Отверточка. И, наверное, все. Ну и умелые руки. Посмотрим, насколько наши руки умелые. Не знаю, хватит ли двух. Возможно, потребуется еще. Ну, если не получится, это видео просто удалю, и вы об этом не узнаете. Приступим. Сменили ракурс и для начала снимем упаковку. Вот наши 8 Mirror Blocks, Mirror S, которые мы сейчас будем разбирать на детальки, попробуем из них что-то создать новое. Приступим. Вот так вот выглядит крестовина этого кубика Mirror S. Разберем остальные. Так, вот что у нас получилось из 8 кубиков Mirror S. Это 8 больших углов, 8 маленьких углов, 8 крестовин, 8 крышечек, которые я уже снял с центра, чтобы расслабить крестовину. Ну и куча еще каких-то деталей, не знаю их поскольку. Сейчас из них попробуем что-то собрать. Для начала, наверное, попробуем изготовить самый крупный и самый маленький. Для этого мы возьмем две крестовины и поменяем вот эти центры 24. На вот эти 24. Ну, по 24, видимо, ребра, хотя мне кажется, что больше. Ну, хорошо. Начнем с этого. То есть я сейчас сниму вот эти вот центры и поменяю их местами. То есть маленькие на большие. Вот что у нас получилось, если снять три центра. Теперь вот эти большие я поставлю сюда. Вот получилась у меня вот такая вот крестовинка. На нее мы соберем самый маленький кубик
из тех, которые можно сделать из Mirror.js. И вот такая вот большая крестовинка. На нее мы соберем самый большой кубик, который только можно сделать из Mirror.js. Две рядышком. Попробуем. Начнем с них, чтобы стол освободился, а дальше уже остальные. Такие у нас уже получились полкубика. Для этого мы использовали самые крупные углы и самые крупные ребра. Соберем третий слой. И вот наш куб. Огромный Mirror Box, который, наверное, форму особо менять не будет. Поставим до конца крышечки, а после уже настроим, если потребуется. Кстати, крышечки разные. От больших центров они вот такие. Первый готов. Собираем следующий. Тут, вероятнее всего, нам потребуются самые маленькие уголки и самые маленькие ребра. 8 углов и 12 ребер. Первый слой готов. Поставил на подставку из большого кубика, так будет удобнее. Вот такой вот получился кубик. Ему осталось поставить только крышки. Ну и вот результат. Кубик тоже не будет менять свою форму. Тоже чисто декоративный. Так, ну с единичными экземплярами мы разобрались. То есть из 8 кубиков Mirror.js получится один такой, один такой. Разберемся с двумя другими версиями. Для этого возьмем еще две крестовины и, наверное, сейчас сделаем 4 больших центра и 2 маленьких. Ну а другой будет 4 маленьких и 2 больших. Мне надоело крутить вручную, я решил поменять маленькую отвертку на механическую. Должно получиться что-то вот такое. Здесь 4 маленьких центра, 2 больших. Здесь 4 больших центра и 2 маленьких. Мы попробуем подобрать к ним элементы. Здесь мы используем два типа ребер. Одно вот такое крупное, другое вот такое вот маленькое. И получаем вот такой вот кубик.
Да, этот форму менять уже будет. Угу. Доставим крышки. Так, приступим ко второму. Так, я вот начал собирать и неправильно. Здесь нужны вот такие вот ребра. Так, первый слой готов. Берем совсем маленькие ребра. Ну и повторяем так же, как и на первом слое. Очень тяжело входил последний элемент, пришлось немножко расслабить. Но вот что получается. Вот такой вот кубик получается. Он тоже будет менять форму. Осталось теперь сделать еще по два вот таких кубика. Вот у нас еще 4 крестовины, 4 больших центра, напротив 2 маленьких, ну и наоборот, 4 маленьких центра, напротив 2 больших. Собираем их, должно быть все закончено. Последний кубик собран, можно подводить итоги. Из 8 кубиков Mirror S у нас получилось 8 кубиков, как бы тоже Mirror S, но другой формы. То есть, что у нас вышло? Очень маленький кубик, да, можем даже его замерить. То есть полностью кубическая форма, размер грани 45 миллиметров примерно. Кубик, как говорят, для блондинок. То есть, ну, он одинакового цвета, одинаковой формы. Ничего в нем не меняется при вращении. Единственное, можно пытаться совмещать вот эти вот полоски, чтобы они были либо вертикальные, либо горизонтальные. Тогда он становится головоломкой. То же самое здесь. То есть кубик, ну, от вращения форму не меняется, поскольку он одного цвета, играться можно только, опять же, с полосками. То есть эти кубики по большей части декоративные. А ребро этого куба получилось 70 мм, 45 и 70. Ну, коллекционные вещи. Получилось 3 штучки вот таких и 3 вот таких вот. Давайте их замерим, ну уже и так понятно, что вот эти габариты будут также 45, да, а вот эти габариты будут 70. Нетрудно было догадаться. Ну и, соответственно, вот этот кубик 70 на 70 и на 45. Он уже не кубик, он уже параллелепипед. Для того, чтобы получить вот такой вот кубик, нам потребуется не менее чем 8 кубиков Mirror S. Все из-за того, что такие маленькие уголки, они по одной штуке в исходном состоянии. И чтобы получить 8 углов для этого кубика, нужно 8 таких. Аналогично с этим. То есть больших углов надо 8, в исходном он только один. Для получения вот таких вот кубиков, соответственно, их надо будет меньше. Но если делать эти, вот эти будут являться побочным продуктом. Их по 3 одинаковых выходит. Да, то есть я понимаю, что их можно и из меньшего количества
сделать Mirror S, но зачем? Когда можно сделать из 8. Что же в итоге? Головоломка Mirror S дает нам еще 4 вида кубоидов. Ну, 2 кубоида и 2 куба. 2, ну, мало интересных для сборки. И 2 мы сейчас попробуем собрать. Ну, в принципе, это было несложно. Имеется в виду механическая сборка этих 4 головоломок. У кого есть желание, можете попробовать сами. Все интуитивно, легко и понятно. Единственное, болтики на кубиках закручены достаточно туго. Приходится, ну, прикладывать значительные усилия, чтобы их раскрутить. Но все решаемо. Ну, шуруповерт ускоряет процесс. У меня получается несколько одинаковых. То есть вот эти вот как бы лишние кубики. Немного покрутив эти головоломки, я понял, что как-то скучно иметь столько одинаковых. Поэтому я подумал, что можно сделать из этих же кубоидов, ну, не привлекая новые Mirror S для использования. Ну, недолго думая, стало понятно, что если взять 2 вот этих кубоида, поменять верхние свои местами, то мы получим новый кубоид. Вот такой. Да, то есть у нас 2 слоя те же, а верхний от этого. Ну и уже как-то становится повеселее. Также, ну, их получилось ровно 2. Также нетрудно догадаться, что вот эти кубики достаточно скучные. И я решил их себе не оставлять, а сделать из них что-то поинтереснее. К примеру, взять вот этот большой и вот этот вот плоский. И опять же поменять верхние свои местами. Мы получим 2 кубоида новых, ну и которые уже будут собираться, менять свою форму. Это мы сейчас и сделаем. И аналогично поступим с этим маленьким, этим продолговатым. Тоже получим новый кубоид. Ну а дальше из повторных что-то попробуем еще соорудить. Вот такими легкими движениями мы получаем новую головоломку. И еще один вид. Такой маленький. Все 3 слоя разные. Здесь квадратик. Ну, похож на Mirror Box чем-то. Так, что же мы имеем теперь? Мы пожертвовали кубическими кубиками для блондинок, которые разве что можно только обклеить стикерами, чтобы получилась головоломка. И что получили? 2 таких, 2 таких, 2 таких и вот эти вот разные. Сразу по одному отложим для коллекции. Так, так, так. То есть вот уже 5 полноценных головоломок различных. Из этих нужно придумать что-то еще. Первая мысль какая? Совместить этот с этим. То есть поменять вот этот слой с вот этим. Давайте попробуем. И мы получаем еще один вид. Забавный такой. Кубоид. Отложим. И уже 6 модификаций. Ну, не считая тех кубов, которые мы утилизировали уже. Так, ну, из этих 2 получится ли сделать что-то? Надо подумать. Кажется, что-то придумал. Сейчас будем пробовать. Я постараюсь поменять вот эти 2 грани на вот эти грани. Посмотрим, что получится. Вот такой вот кубоид. Такого вроде бы еще не было. Это получается 7. И остается у нас еще кучка деталей. Кучка деталей, из которых я сейчас попробую хотя бы что-то собрать. Вдруг что-то получится. Но не факт, скорее всего, это будет куча запчастей. В итоге получилось вот такое вот чудо-юдо. Кубик, похоже, непонятно на что.
поскольку элементов уже для правильной формы не доставало. Как бы как вариант, можно было остановиться где-то раньше, на меньшем количестве моделей, но сохранив все кубы. Но мне гораздо было интереснее сделать 7 полноценных и один, пусть неполноценный, кубик. Тапок. Похож на тапок. Подведем итоги. Кубик Mirror S позволяет сделать из себя 9 различных модификаций головоломок. Причем две из них не являются головоломками сами по себе. Я их разобрал, и поэтому у меня осталось полноценных 7. От мала до велика. Различаются они наличием маленьких либо больших центров, соответственно, деталей, подходящих к ним. Восьмой, остаточный материал, либо запчасти, либо некая уникальная неправильная головоломка. Пусть будет, останется. Для того, чтобы получить большие кубы или совсем маленькие, потребуется все 8 и меньшее количество из них. Если хочется все 7 без кубической формы, то один в расход. В общем-то и все. Сейчас попробуем всех перемешать и все собрать. Посмотрим, что получится. Вот такое месиво получается из этих головоломок. Все 7 стали друг на друга чем-то похожи. Попробуем собрать. Здесь возникает паритет. Будем его решать. Вполне понятно, что вот этот уголок нужно развернуть. И какой-нибудь либо этот, поскольку он симметричный, тоже развернем. Первый есть. Здесь скипанул PLL, поскольку он абсолютно симметричный сверху. Если этого... это я просто собирал не с той стороны. То есть, если собирать вверх-вниз симметричный, то PLL скипует. Если нет, то приходится его делать. Второй есть. Дальше. Этот оказался достаточно таким хитрым и сбивающим с толку, но все-таки собрался.
Здесь появились псевдопаритеты на PLL. Пришлось повозиться, чтобы их решить. Не сразу понял, что это. Простой пока что, хотя тоже был псевдопаритет на OLL. Не особо сложный, как и все, в принципе, не особо сложные, ну и решающий. Ну, очень просто. Сложность каждого такого кубика, кубоида, невысока, но их достаточно интересно собирать разом все. Поскольку не запоминаешь, какая форма была изначально, их перемешать сам по себе и между собой, тогда будет гораздо интереснее. Но вот это я собирать не буду. Весьма советую. Трудозатраты по времени, по чистому, где-то часа полтора. Если без сборки, чисто механическая работа. Можно, конечно, сделать и быстрее, но я делаю методом научного тыка. Возможно, кто-то сможет лучше. Ну, кажется, я получил все возможные модификации. Если нет, поправьте. Пробуйте. Недорого, занятно, интересно. Интересен и сам процесс. Интересно собирать, интересно получать результат. На этом все. Всем удачи. И мы получаем еще вот такую вот головоломку. Которую Алексей Михайлович дебил, не заметил, что это обычный мержас. Я собрал оригинал. Да, это получилось обычный мержас. Сейчас переделаем.